Всем привет! Сегодня 19 июня, а это значит проекту школы BMX Online ровно 7 месяцев. И за это время набралось 10 тысяч подписчиков, зрителей на канале на YouTube и 15 тысяч в группе ВКонтакте. Это юбилей, я очень рад, вот, что такое большое количество народу смотрит. И сейчас я держу очень большие темпы. Это 3 видео в неделю. Выпуск ответа на опросы каждую неделю. Выпуск дневника райдера каждую неделю. И, конечно, каждую неделю будет новая обучалка. Вот, думаю, держать такой темп до конца лета. Дальше посмотрим. За эти 7 месяцев еще я сделал много конкурсов. Вот сейчас идет 4-й конкурс, и мы разыгрываем призы G-Shock. Еще появилась партнерка на Ютубе, VSP Media Group. И скоро получу свои первые деньги. Вот, как только их получу, сразу скажу в ответ на вопросы, сколько там вышло. Что еще хотелось бы сказать? Спасибо, что смотрите. Дальше будет еще интереснее. Буду больше снимать. Вот, пока 3 видео в неделю, думаю, это хороший темп. Вот. Кому интересна моя жизнь, то подписывайтесь на мой влог. С следующей недели я начну его активно снимать и рассказывать про все, что тут происходит помимо BMX. Вот. В общем, сейчас гоним на BMX World, на таком, блин, забыл, как называется, фуникулере. Вот. На фуникулере гоним на BMX World. Вон там приехал много BMX-райдеров крутых, Гарри Мэйн, Марк Вебб, там всякие Логан Мартин, Пиразы и многие другие. И сегодня будет квалификация в дёрте. Буду снимать там репортажи и все буду рассказывать, показывать там. Вот. Так что вот так. Все, с вами был Дима Гордей. Увидимся в следующих видео. Пока. Спасибо всем, что смотрите меня.